Всем привет, дорогие подписчики, зрители канала, с вами Карбончик. Сегодня мы продолжаем играть в Сталкер. Тайные тропы 2 с модификацией Атом Аврора. Это свои. Сперва пушку спрячь, потом поговорим. Ну это точно. Брат! О, это он. Дьяк. Подойди, дело есть. А что ты в шмотке бандоса? Вояки недалеко засели. Помощь нужна. Приветствую, ты Дьяк. Да, это я, брат, дальше одному не пройти. Мы заметили отряд военных, явно не призывники. Двоих мы, моих разведчиков, положили, все даже пикнуть не успели. Брат, спешу, у меня срочное поручение от Харона. Кстати, а что у тебя, рожа какая-то бандитская? Ты что, из бывших? Рожа обычная, ее не выбирает. Да, был бандитом. В одной стычке в Припяти с отрядом Монолита был ранен. Меня Соломон нашел. Но добивать не стал, а подлечил. Потом просветил и направил на путь истины. Так что я у него в долгу. Теперь я верой и правдой служу Монолиту. Ну все, хватит философии, у нас здесь неспокойно. Выручай, брат, я лично перед Хароном за этот участок отвечаю. Он мне голову оторвет за то, что вояки на моей территории. Есть ствол у меня один, ПП Бизон. О, Бизон. Со съемной оптикой. Если поможешь, он твой. Ладно, брат, дело, говоришь, помогу. Потом у меня к тебе еще один вопрос есть, но вначале дело сделаем, выдвигаемся. Прикольно. Так, а в какую сторону двигаться-то? Субсед молится, блин. Фанатики, блин. Блин, трубок ли кабельных нету, обидно. Хочется что-нибудь новенькое себе подсобирать. Угу. Аномалия тут, по-моему. Так. Собачки. Кстати, а что вам от меня надо? Псы, так псы. Так, здесь кто-то подыхал, я помню. Лично видел где-то здесь. Вот, вижу отметку. Ага. Чё у тебя, братишка? Монолит-ветеран. Надо же, ветерану мы завалили. Вот так незадача. М-ка. Эй, а тот самый квест? Подожди. Он что, отменился, что ли? Да не может быть, что он отменился. Он поди просто вперед смылся, да и все. Ой, блядь, только не радиация, ебал я в рот. Ребята, ну нахуй, а? Ой, блядь. Быстрее пройти радиацию как-нибудь. По фасту. Фух. Да ладно, попадает, однако. Поможь Дьякону, что же это провально? Почему? Не думал, что гранаты такие мощные, если честно, это прям пиздец. Сильно дамажили, нечего сказать. С опытом рейда вглубь зоны. Оплата соответствующая, заинтересована, стучать в личку. Обговорим место встречи. Лёша Звонницкий. Не забавляет, как они, когда видят друг друга, сначала разбегается, типа, не стреляй, сталкер, это тоже не кричит, типа, там, не стреляй, там, и все такое. Там, типа, не надо. Разбегается, а потом, короче, когда займут позиции, начинает воевать. Тут сейчас даже можно будет заметить, смотрите. Нет, не шмаляй! О, сталкер не стреляет, нет, не шмаляй. А теперь, видите, воюет. Пиздобой. Так. Только не лимонка, блядь. Он тоже лимонками кидается, однако. Двигай, я прикрываю.
Не, его не вижу, к сожалению. Нулевая видимость, так они вообще в меня стреляют-то. Да ладно. У меня экзоскелет, у них нет. Где баланс-то, ебать? Нету баланса-то. Они мощнее меня и все. Охуенный баланс, да? Да, еще в том, что у меня нет ни одной аптечки. Я хочу вас. Лол. Разбегается там, воюет, да? Позиции, блядь, займут удобные. Нулевая видимся, их реально не вижу. Получай. Да вы чё, реально? Чё за гранаты, блядь? У гранат увеличили мощность просто 10 раз, блядь. Я в экзике, сука, в экзике, блядь, да вы чё? Ебать, сука, ну экзоскелет так сносить, это я не знаю. Опытные сталкеры вглубь зоны, блядь, нужны ему. Нет, ну это вообще бред какой-то. Так сносить, сука, чувака в экзике, я ебу, ты одной маленькой лимоночкой. У меня есть шлюгрена-то? Нет, а, есть. Ну толку-то от них, наверное, никакого особо. Ну как, вон, блядь. Нифига себе, он быстро меняет. Нет, не шмаляй! Звук другой. Мы их. Вот этот заебал меня, если честно, в том месте нихуя не вижу, он меня видит. Эй, так откуда? Провалено. Дьякона завалили, да? Да. Черный бандитский плащ. Нет, ну это бред. Пиздец, что такое-то задание неудобное. Во-первых, почему-то его братишки сзади стоят. Там такая толпища, блядь, а мы идем почему-то вдвоем. Но это хуй с ним, да? Но ебать, ну баланс вообще неправильный. Почему наши так быстро дохнут, а они нет? У меня, блядь, экзик, сука. Хотя если было бы в обычной тряпке, я еще не знаю, что бы я тут делал. Я бы бомбил, как сучка, просто плакал бы. Звал бы маму, блядь, и здравый смысл. Получил бы только маму, здравого смысла я бы не получил. Чё такое, бля, сталкер, не надо, вон. Не убивай, мужик, только не убивай! Лол. Все пиздоболы здесь, да? Да чё ты меня двигаешь, ты угораешь, что ли? Хуй поймешь, кто где, блядь. Почему они за спиной, оказывается, вообще в душе не ебу. Понятия не имею, где они, блядь. Вон, вижу там. О-о-о-о-о. Что, блядь? Попробую обойти, но я сейчас так пизды получу, как всегда. Это в прошлый раз-то было.
Да ладно! Жалко, в этом сталке тут никого не было нормального торгаша, блин. Потому что... Ну, я бы хоть себе купил бы какой-нибудь там, не знаю, прицел хотя бы, я хую знаю, что-нибудь такое. То, что сейчас происходит, ой, блядь. Егор Сидоренко. Вы где твои братья-то, бля? Почему они там сидят? Бесит. Эль. У меня пушки нету! Пиздобол. Не вкоцал, что ли? Тут где кто вообще, я не могу понять. Здесь мертвого вояка я не вижу. Ну ладно. Так ты, бля, смотри, не склейся. Куда ты лезешь-то, блядь? Вернись обратно, нахуй. Уроем нахрен! Придется по красной отметке ебашь, да? Ты что, сдох, что ли? Не, уйди. Ой, блядь, там граната. Пиздец. Как это было можно забрать гранату, бля, которая нам прилетела, то я вообще не понял. Теперь на карте она не отмечается. Ну, даже не на карте, раньше был индикатор гранаты, где, например, лежит такой, куда отбегать. Теперь ее нету, блядь. Просто, сука, по звуку. Нет, ну это ладно, это еще нормально, это прикольно. То, что индикатора нету, может, она и правильно, как говорится. Вот во всем остальном я вообще бредовал, а? То, что я так быстро подыхаю от гранатки. Вот это такое особенно. Вот тогда и вы подыхаете так быстро. Блять. Ну давай, пошла. Стой. Хорош. Нихуя ты выдал. Бля, вот это самый заёб, отвечаю. Где ты там, сука? Сам прикол, что когда к ним в упор подходишь, у них меткость повышается, я не знаю. Прикрой, сейчас я этого гада сделаю. Понял меня, подонок. Не могу. Братишки, не могу больше. Помощь дяку найти уничтожить военных. Чё, опять провалено, что ли? Не понял. А, поговорить с ним нахуй. Фух. Да ладно, я выполнил, блядь. Когда запушил, да? Только тогда я выполнил. Да и пистик можно тоже взять этот вот, блядь. Компактный этот. Погоди, начал всех залутать. Сам не лутай, сука, не вздумай. Так, вояка. Ух ты. Что у него было, да? А что по состоянию этого писта? А поэтому? Да ладно, это мелочь. Это невелика разница. Так. Так, надо же, выполнил. Охуеть, я, бля, даже сам не верю. Ну, алло. Доброго дня. Ну как ты, дьяк... Вот, суки, много наших братьев положили, да я-то цел, слава монолиту, хотя меня, кажется, немненько и зацепило. Ну ладно, брат, я спешу. Диак, я тут выполняю одно задание Соломона, ты... И только ты можешь помочь.
Говори, в чем суть вопроса. Чем смогу, помогу. Ты меня здорово выручил. Да и перед Соломоном я в долгу. Соломон попросил меня кое-что ему принести. А именно консервы из Припяти. Еще контейнер с медикаментами, который, говорит, где-то на территории ЧАЭС Махон спрятал. И вроде ты знаешь, где именно, можно подсказать. Соломон тебе доверяет. А вот оно что. Ну, точно место я тебе не подскажу, потому как сам не знаю. Махон один в тайне прятал тот контейнер, но я видел краем глаза, в какую сторону он понес тогда. Ладно, искать не знаю, не знаю, что и не знаю, где мне не привыкает. Говори примерные ориентиры. Он в смысле Махон, когда месяца два назад приходил сюда на ЧС, был очень скрытен и немногословен. Попросил меня только прислать патруль в восточную часть ЧС, чтобы зачистить местность от мутантов, если обнаружат. Ребята все, мои все сделали, вернулись, отчитались, а потом он один пошел, попросил его не сопровождать. С собой у него был металлический контейнер с лекарствами, это я точно подсмотрел. Вернулся он потом уже без него, я видел, что он вышел через восточные ворота. Но вот эти сзади себя, недалеко от которых мы сейчас находимся, и дальше обошел тепловоз и пошел по направлению к старому товарнику. Вот там и поищи, может, найдешь его нычку. Все, понял, попробую искать контейнер в точной части ЧАЭС. До встречи, торговля. Понятно. Так, а что по поводу... Вот теперь это найти... Так, найти брат, найти... Интересно, отметился ли это на карте? Если отцентровать на себя... А я где вообще? Где-то тут, типа, да? Забавненько. Лучше этот квест выполнить прямо сейчас, честное слово. Объясню почему, потому что потом этот текст, который он мне сейчас сказал, затеряется. И с этим будут некие трудности. А сейчас с этим трудностей не будет. Особых. Ух ты. Блять, это просто текстура ебаная. Такие дела. Кстати, вояк было не так много, как казалось, но, блять, все равно было сложно немножко. Но это я сделал, слава богу. Так, ладно. Давайте тогда мы отыщем эти медикаменты. Найти ящик с консервами в Припяти. Найти контейнер с медикаментами на территории ЧАЭС. Давайте сначала ящик с медикаментами. Здесь он не тяжелый. Так, надо еще раз мне будет перечитать, что он там, ебать, солнышко. Здесь то, что он мне сказал. Так. Тепловоз, товарняк, все это как-то... Восточные ворота. Может, тут где? Ух ты, блядь! Пизда-то такая! Сказал, что сзади меня. Так как я разговаривал лицом к нему вот так вот, то получается, там, что ли, где-то эти восточные ворота? Ладно, сейчас поищу, полазию. Ага, вот восточные ворота, вот тепловоз. Сейчас тут мы тормознем. Почитаем, что там еще было сказано. Старый товарняк обошел тепловоз. Старый товарняк. Может, здесь где? Так, во-первых, он бы сказал мне то, что ЗИЛ. Он мне не сказал ничего про ЗИЛ. Но ЗИЛ это не товарняк, вроде, да? Ну уж я, он не товарняк. А, ну магазин он имеет, тот товарняк, да? Правильно я понимаю? Обошел. Так, значит, какой-то Ленин у нас что-то, да? Да, Ленин. Прикол. Так. Сложно, да? Ну, что-то так, непонятно немножко по его объяснениям. Что-то для товарняк, вот эти вот его сленги, блин. Пошел тепловоз, восточные ворота. Вот, товарняк какой-то. Кстати, вот товарняк это, вот я вот точно, да, просто не очень знаю. Товарняк это магазин, но он так не сказал. Либо же вот этот вот поезд. Типа, с этим. С вагончиками-то. Икс тут нету. Сложно, да?
Говно. Стоп. Не подходит. О, бизон. А, так он в тот слот ложится, да? А не великоват ли ему магазин-то этот? А какой патрон-то он вообще использует? 7,62, 25 мм. Да ладно. А, надо на девяточку выключить. Но у него большой магазин, 7,62. Это что такое? 56. Ага. Да ладно. Ну это 54, да, а тут 55. Я бы охуел, если бы он использовал. Патрон на ПСТ и ПИ, да? Что-то вот из этих вот, наверное... О, 25. Вот они. 130, ну это нормально, чё. Нормальное количество патрон. Если я вообще правильно понимаю понятие «восточные ворота». Ох, ля-ля. Что если это подразумевается как тепловоз? Тогда... Ладно, артефакт какой-то нашел. Ну, это как всегда, радиация, выносливость. Ага, выносливость хорошая, да. Если бы еще она... Будь что-то против радиации. Сложно. Все-таки должно быть где-то около этой штуки. Около этого поезда. Потому что это и есть товарняк. Под рельсами там что-нибудь такое вот должно быть. Нет, точно где-то здесь. Ну-ка. Понял. Ну давай. Может какая-нибудь там подтаённая нычка, я не знаю. Но это по-любому где-то тут-то. Точно знаю, что тут-то. Это я тому, что товарняк. Но может где-то под этой хуйней, но это вряд ли. Интересно. Что вот он говорит? Значит, смотрите. План. Журнал. Вошел в восточные ворота. Восточный вышел. Ну вот эти сзади тебя, как далеко, от которых сейчас находишься. Дальше обошел тепловоз, не знаю, зачем он делал. И пошел по направлению к старому товарнику. Вот там ты и поищи, может, найдешь его нычку. В сторону товарника, да? То есть не обязательно сам товарняк, но в сторону. Других товарников я не вижу. Товарняк может быть только на железной дороге. Больше ему быть-то особо негде. Может, конечно, вот это в этой хуйне, но это вряд ли. Хотя это тоже. Относительно товарняк. Опа. Вход есть.
Да залезь ты, блядь. Ну ё-моё. Ладно. Так, еще один вход есть. Угу. Аллилуйя, металлическая тест, медикамент внутри. Еее, блядь. Найс. Дальше идем. Все-таки я более-менее нормально стал понимать. Так. А, да, в Припять мы собирались, в Припять. В Припять это как-то сюда. А где я? Хуй знает. Меня не центрует черт на карте, я сам не знаю почему. Ну ладно, сейчас разберемся. В принципе, можно более-менее понимать здесь, если приближать карту хорошенько и центровать на себя. Будешь примерно понимать, где ты находишься. Ебать, тут ратка вообще просто лютая, блядь. Зря я его сюда заперся, встречаю. Так, найс, вылез оттуда. Я больше не пойду. Если так вот мапу сделать, отцентровать на себя, потом вот так берешь, так вот, ать, и на себя. Ага, где здесь я, да? Надо найти, вон дорога, вот на эту дорогу. Сейчас тут электро, блин, а что если посмотреть? Нет, тут нихуя. Почему-то в электрических нет вообще ничего. Есть только у разрывных этих аномалий. Давайте почему-то ничего нет. Ну, в принципе, я должен центроваться, по идее. Так. Далеко собралась, паскуда. Полезла, давай. До конца тогда доводи. А у них хвосты, я дохуя, кстати говоря. А квесты с хвостами еще будут. А у меня даже, по-моему, был какой-то квест с 8 хвостами, нет? А, снорка, нет. Ну, снорка сложнее, да. Тут сталкер вот такой, что надо карту запоминать. О, переход, здорово. Ну вот, мы и в Припяти, обратите внимание. Значит, сейчас мы центруюсь на себя, по идее, должно на Припяти меня отмечать. Да, отмечает, прекрасно. Нам нужно всего лишь вот сюда, то есть пересечь вот эту вот местность. Баны лаги, блядь. Че это за домик, блядь? На крыше. Ну ладно. Почему-то они так отрисованы. Опа. Здесь может быть артефакт. Так. По идее где-то здесь. А, нет. Надо зайти в эту хуйню, да? Так, а он должен быть сверху или снизу? Сейчас поищем. О, кормилец! Чем пришел? Отлично, нашли. Ты откуда это говорил? А, вот. Доброго дня, приветствую тебя, меня Харон послал. Что он хочет? Лекарства, как и всегда. Так вот, передай ему, что он ничего не получит. Мы несколько раз давали в долг, но этот раз терпение лопнуло. Пусть сначала рассчитается. Фельдшер, я не могу без лекарства вернуться, у нас много больных. Хочешь лекарства получить, ну тогда плати ты, как он и... Как он не поймет, что артефакты и части монстров мне нужны для того, чтобы я мог производить лекарства? Нет артефактов, нет лекарств, фельдшера. А что нужно, я пытаюсь раздобыть? Два артефакта, ночная звезда. Нету ночных звезд, может что-то другое принести. Тогда неси здесь собачьих хвостов. Хвостов у меня тоже столько, это пойду искать. Так, сколько у меня хвостов-то вообще, блин?
Зря я с тех собак не собирал, которые были в Припяти. Сколько мы сейчас хвостов надо посмотреть? Так. 6, да? Бля, вот там вот они лежат, те псины-то, блин. Может даже вернуться и собрать с них. Чем сейчас псов искать, если честно. Поэтому я пойду вернусь обратно в зону. Соберутся 10 собачьих хвостов. Ночная звезда это... А, у меня и одна она, да? Ни того, ни другого-то не получилось нужное количество. Хотя и то, и другое немножко есть. Так, где у нас там переход-то? Ой, я в другую сторону ебашу. А, ну давайте тогда заодно, знаете, тогда выполним задание. План. Задача, да, так, надо найти ящик с консервом, прибить к гастроном. Где гастроном? Ты отметил мне его на карте, дружище? Я же все-таки не больно знаю Припять. Ты нихуя не отметил. Ну ладно, в принципе, я немножко знаю. Хотя я хуёво знаю Припять. Снорков дохуя, кстати. А у меня, как всегда, нет аптечек. Бля, он же медик, он может что продает. И вправду продает, однако. Так. А почему у тебя нет медикаментов, дружище? Они нужны и мне. Так. Чё тебе впарить можно? Экзик не дам. Бля, состояние оказалось хуёвое у ската. Кстати, скат не намного хуже. А вот химический ожог, например, там... Ожог просто... пулестойкость даже. Да, этот скат хорошая штука, на самом деле, если так рассудить. Достаточно неплоха. Да, я просто продаю, чтобы не таскать с собой, вот и все, на самом деле. Так. Хотя, конечно, сейчас у меня особо перегруза-то и нету, но все же. Так, что тут у нас еще? Прицел. Куплю. А, патроны для дробовика. Ну это, блядь, дорого, да, все равно. Нет смысла покупать, потому что у меня сейчас пистолетных патронов много. Но ты все равно не дал мне то, чего я хотел. Сейчас перезагрузиться, надеюсь, на то, что... То, что у него появятся медикаменты, но нет. У него стандартный, практически стандартный набор продовольствия, и тут в это не входит. Попробуем пить водку выпить. Водка производится команда хорошо. Хорошо пьет заметно воздействие радиации, однако за отпрятение не следует. И. Бля, ебал, я здешняя радиация отвечает, вообще пиздец. Тут алкоголиком станешь, не знаю, и наркоманом. Быстрее, чем вылечиться от радиации. Просто жопа. Волосатая жопа. Давайте поищем здешний гастроном. Просто если здесь нарвусь на каких-нибудь кровососов, то это будет пизда мне. Это будет сразу до свидули. Сейчас еще немножко ночь. Попробуем поспать. Так, мы поспали. Это что, блядь? Сколько я проснулся? 4 часа? Зачем? Почему? Да вы что, издеваетесь? Зачем я проснулся 4 часа, когда я нажал 8 часов спать? А, ну, может, я поспал 8. Блядь. Ну, все равно не хочешь спать, охуенчик, да? Мы нарвемся здесь, я отвечаю на хуйню какую-нибудь. Неприятную. Но это не гастроном. Thank you.
это что, может, и магазин. Но это, блядь, если честно, сейчас еще иголку стоки сена. Магазинов здесь не так уж и мало, по сути. Почему их двое? Боже, я обосрался. Я думал, мне пизда сейчас будет. Я вообще удивлен, что я их троих завалил. Крайне удивлен. В прошлый раз, помните, как я мучился? Пришлось файлики менять. Ебать, я справился, блядь. Да ладно, я справился. Ебать. Все серьезно, я их отъебошил? Реально, что ли? Я себе я выйду. Выйди-ка отсюда. О, нет, только не... Все. Три кровососа в одну кучу, блядь. Это типа норм, да? Падики. Падики, лестница. Тут должны быть двери в квартиры. Да, это квартиры. Здесь, конечно же, все вынесли, все, что можно было. Все, что... Че, первый этаж, типа? А, нет, все правильно, все как надо. Все, все хорошо. Все здесь хорошо сделано. Бля, трех кровососов выебал, охуеть. Я не так плох, как я думал. А это, думаю, я вообще ничего не годен. Ну, тут еще просто по голове им нормально попадал относительно, но, блядь, все равно, пиздец. Тыкс. Пиздец, не хочется лазить ночью, когда у тебя нет ни одной аптечки. Вокзал. Так, там какая-то это. А, нет. Ну жаль. Вряд ли я что-то здесь найду рандомное, поэтому не буду особо никуда лезть. Если я, по-моему, он забрал, а просто... Это стрёмная Припять, если честно. Особенно одному, когда слазишь. Да, реально стрёмно. Стоп. Мясо, здоровье, выносливость, взрыв и боестойкость. Хорошая штука. Гастроном. Так, пока буду делать вот в таком виде, в случае противников буду, конечно, переключаться. На гастрономе будет написано, что он гастроном или как? Это тоже важный вопрос. Так-то это тоже магазин, то, что будет. Ну так, чисто, знаете, так сказать, первоэтажный, но это не гастроном, конечно, согласен. Это что за здание? Магазин? Нет. Может, и магазин. Может, нет. Стрельба какая-то неподалеку. Ладно.
сооружение какое-то. Это, по-моему, как раз таки есть сооружение от этих. Мне кажется, я вот сюда еще вернусь. Как-то уж здесь больно карта проработана в этом месте. Ладно. Окей. Так, что у нас тут вообще? Прикольное место, однако. Оно почему-то меня интересует. Надо вниз спуститься, кстати говоря. Тут будет более интересно. Свет горит. Очень интересно. Ящик. Я сюда еще вернусь. Это стопудово. Что это за место такое? Хоть это не гастроном, но место интересное оказалось. Однако ж, да? Так, я шел в эту сторону, по-моему, да? Да, вот там фельдшер у нас. Арена какая-то, там что-то такое написано. Это большая аномалия и некий артефакт. Я удивлен, что я тут еще живой хожу, потому что пиздец местечко отвечаю. Собачки, вы-то мне и нужны. Ой, вас тут много. Ебать. Их очень много. Такого я не ожидал поворот событий. Вот я нашел собачек, которых искал. Знаете, в сталкере собачки, собачки рознь. Вот надо учитывать. И вот эти вот собачки, их пиздец. Надо сразу брать бизон, сейвиться, блядь, пробовать снова. Но хвосты, да, хвосты в итоге я соберу. Но он сказал, что нужно псевдо-собак, да? Хвост собаки. А у них там какой-то другой хвост вроде бы. Ну хотя, наверное, они для меня признаковые. Псевдо, да. Когда по одной их отстреливаю, что это нормально. А вот когда такой толпу. У нас просто квест какой. Ой, да я не помню, что он хотел бы от меня. На 12 хвостов я собрал. Давайте попробуем сходим к нему.
Гастроном. Прекрасно. Кто бы сомневался, что они по одному не лазят. Да, я не пойду. Тот звук мне очень не понравился. Там прям как будто матка с норков сейчас недовольствовала, ебать. Да тут это чей может быть звук? Чей реально? Я вот хуй не знаю чей, но я туда не пойду. Тейкс. Спуск есть. Нет, я сразу увидел, я ничего не говорю, но... Блядь, ну это уже здание, не гастроном, это уже дом, понимаете? А мне надо гастроном что-то найти. В самом гастрономе. Я не исключаю. Но он сказал, что на крыше, да? На крыше мне ничего не говорил. Да. Странно. Сложно. Опять же, мало чего понятно. Я просто жду, что вот в этой вот партах что-нибудь окажется, блин, но... Пока нихуя подобного. У меня сейчас снорков набралось. 5. Не густо. Ладно, сосаемся, посмотрим, что это был за звук, он такой кричащий. Может, он и ничего не означал, а может, пиздец чего. Рандомные звуки из этого, из сталкера, да? У меня радиация уже желтая. Что пил Вадеру, что не пил, да? Нахуй сына все. Правда, я не помню, где я здесь ебошил снорков или в другом гастрономе, потому что трупов снорков-то нет здесь, обратите внимание. Но все прям одинаковое, даже этот лифт, блядь. Если он просто не исчезнет с трупа, да и все. Этих заебучих снорков. Но это я уже не в гастрономе, это я в доме уже. Тут надо тоже понимать. Так, какой-то ящик нашел. Ну, ладно, что, хотите сказать, он был здесь? Ладно, ящик здесь, но это неправильно, потому что это подъезд здания, это не гастроном. Гастроном это магазин, а это, блядь, уже подъезд здания. Надо было тогда уточнять то, что, блядь, в здании с гастрономом. Там, типа, в подъезде лежит такая-то шняга. Так,
он сходит к нашему фельдшеру, может, он все классные точки дойдут. Если нет, то придется возвращаться тогда в ЧС, забирать там. Да ты чё, бля, пульс с тобой не так-то. Он не шибко голодный. Ну, радиация, я понимаю, братан, но ты, блядь, сам виноват, что ты нихуя не лечишься нормальными медикаментами. Я понимаю, что радиация на самом деле нихуя не вылечишь. Если ты облучился, нихуёво, ну всё, тебе достаточно. И вот эти вот все препаратики, там, водочка, это всё полная хуйня, да? Ну, ебать, это всё-таки игра. По логике вообще нехер-то делать в этой Припяти, и никто не должен в неё ходить. Всё-таки, да? 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 Именно так. Так, мы до него добрались. О, кормилец! С чем пришел? И хвостов нет, надо обычные хвосты. Вот сука, да? Это сука. О, блядь. Такой прицел он тоже не хочет. К этой штуке нужен прицел, как у калаша. Ладно. Там собак валил, ЧС, надо вернуться за ними и попробовать их отлутать. Надеюсь, то, что они там еще, как сказать, ну, осталось у них, там хвосты-то их нет. То, может быть, и нет. Опа, артефакт. Да где? Пропал. А, косяк. Это этот, баг. По-любому. Еще одна медуза. В этой области дохерища артефакт, я вам скажу. Я нарвался. Не было, откуда их столько набралось? Идиотизм. Знаете, на что это было похоже? Как бы это сейчас смешно не звучало. Выглядело это как будто, знаете, зона наказала. Честное слово. Выглядело так, как будто, смотрите, нигде нет никаких тварей вокруг, да? Эти снорки, я их не слышал и не видел. Но я начал собирать артефакты, короче говоря, да? И... Вы видели, что произошло? Я просто пособирал немножко артефактов. Куда они пришли? С этой стороны? Давайте посмотрим с этой стороны, есть ли у нас или нет. Но я не буду с ней воевать, честное слово, их очень много. На калаше мало патронов. То есть я скорее отсюда свалю, чем буду с ними ебошиться. Но выглядело так, как будто я собрал раз артефакт, два артефакт, три артефакт. Зона увидела эту хуйню и решила наказать меня. Серьезно.
Примерно так это и выглядело. Ясно. Господа, это немножко другое. Это они мне выход перекрыли на самом деле. Ну нахуй. Да нет, ты пиздишь меня, отстань от меня. О мой боже. Надо обойти отсюда. У меня патрон, я сейчас в этом странном бизоне. Стрелять надо стараться по головам, то есть близко не приближаться к этим тварям, тогда сможно будет спокойно пройти. Потом уже тут артефакты собирать, которые, кстати, не очень-то хороши. И желательно воевать с ним не на траве, то есть надо выйти вот в эту область. Так. И потом уже начнет отстреливаться. Должно быть патроны, кстати говоря. Где калаш? Ну? Да почему? Ты что, сломан в ебеня, что ли? Нет. Это разве не его патроны? Вот эти вот. 7,62,39. 5,54,30. Блядь. Да ладно. Ну, а калаш не патрон, да? Я вот должен с пистолом, что ли, обратно возвращаться по-вашему? Пизда-то. Ну хотя я сам в этом виноват, да, не по-вашему, а сам наебался. Здесь стоп я нашел, да, 8, это сколько там надо было. Даже рит уже что-нибудь. Thank you.
это огромная проблема, то, что снорк лазит, если честно. Сколько у меня патронов до этой штуки осталось? Какой ты патрон используешь? Ты патрон используешь 45-й, да? 7 патронов. Надо было брать емку. Наоборот, хардкорный, с такой хуйней бегаю. Многие бегают, как бы там цепи ебошится, но они залутанные все, да? Хардкорчик у нас нихуя не залутанный. Хардкорчик у нас небольшого ума пацан, походу. Что, в принципе, не новость, да? Так, ну вот я снова на ЧС, но здесь без приключений. Здесь собаки мертвые будут, там лежат на месте. Я смотрю, смотрят, значит, я не лежал. И заказывал. Стой, псина, ты не нужна. Заебался. Так, сколько 8 поставил. 8. Ставлю еще несколько патрончиков. 8 и 9 я меняю между собой, да? Псина ебаная, сколько времени? 6 утра, мне должно быть светло. Здесь, походу, никогда не бывает светло. Секунду, я меняю патроны между собой, да? Но это мало сейчас, собак было очень мало, или больше. Не может быть, чтобы это было все. Собак не остались. Есть, конечно, другой вариант обмен со сталкерами. Нам нужна была ночная звезда. Но, блядь, со собой поменяешь сначала, да, бля. Тихо. На ЧАЭС, дабы, ну, даже в саркофаг, чтобы поменяться с ним, потому что собаки будут искать очень долго. Если идти на другие локации, то есть после Припяти, то я могу повстречать врагов по той простой причине, что я монолитовец, и все будут мне вокруг враги, и будет пиздец, я могу все сломать. Постараюсь выудить у него ночную звезду, сейчас попробую обменяться. Артефакт слуга. Еще мне неплохо получить артефакт, который работает против аномалий. Ну, против этой радиации. Сейчас попробую подыскать что-нибудь такое. Сохранюсь перед этим, конечно. Капли, нет, это не то явно. Медуза, тоже не то, значит, артефакт. Вспышка, возможно, то, что артефакт взял. Ломоть мясо, хорошо, согласен, меняемся. Ну, что такое вспышка? Радиация минус 7, выносливость плюс 30, плюс 73, радар. Да, это то, что мне сейчас нужно. И похуй, что он забрал ломоть мясо. Выносливость, удар. Ломоть мясо был хорош, конечно, тем, что у него было ХП хорошо давал, не хуй. Артефакт слизь. Ни в коем случае нельзя отдавать ему вспышку. Но радиация что-то так и не спадает с меня, не знаю почему, блядь, это вообще бесит меня. Огненный шар. Кровь камня. Вал. Хорошо, я согласен, до встречи. Что значит кровь камня? Здоровье, выносливость, кровотечение. Да, это хорошая штука. Вала у меня все равно 2. Слюда. Огненный шар. Колючка. Так, напомню себе, какой мне нужен артефакт. Ночная звезда. Все, запомню. Ломать мясо.
че, издеваешься? Нет, так не пойдет. Наебнулся с колбасой. Бенгальский огонь. Слизняк. Нет. 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 Хвосты собачьи мне явно не предложат, конечно. Кстати, мне еще нужен автомат. Вот это вот. Абакан не нужен. Абакан не нужен. Оружие. Вот, М-ка, это хорошо. Вал потом кого-нибудь найду. Черт, с тем валом, может, куплю даже. Просто патрон-то на него сейчас не вон. 6 патронов, чем нет от них толку-то. А вот это здесь 90 уже. Смысл какой-то, да? Радиация снимается, выносливость снимается. Но радиация почему-то не хочет сладиться с меня вообще никак. Пиздец, бредовый. Ладненько. Привет, брат, ну что, собрал? Да, вот, держи. Вот, спасибо, погоди, да я тебя отблагодарю. Вот у меня подствольник, костер есть, совсем новый. И немного патронов для калаша, вот, возьми. Ну, это, как всегда, все одно и то же предлагают. Никто из них не может мне предложить ночную звезду. У них нет варианта такого обмена. Поэтому мне нет выхода, и просто придется опять возвращаться в Припяти, искать там собак. Ну или сейчас, может, по пути встречи. Но я сомневаюсь. Чувствуется жопа у меня, что мне придется долго ковыряться с этими хвостами злоебучими. Либо же искать артефакт. Блин, не люблю такие квесты, честное слово. Они потому что могут отнять пару минут, а могут отнять часа два, нахуй. И часа два — это прям пиздец, только что такое заниматься. Вот перестреляли хуево тут число хуёрков. Я думаю, стоит собирать тогда. Потому что это было не месть сезона, а просто, так сказать. Я наебнулся. Она в земле, блин, хрена-то. Или я поднялся? Ночная звезда вторая. Ой, господи, спасибо. Надо же, хрена-то. Мне обычно не очень везет. А это прям бризи какой-то. О, кормилец. Иду, 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 иду. Вот, видишь, у меня есть как раз два по дороге сюда нашел. А вот молодец, расторопный какой, смотрю на тебя и не понимаю, что ты среди фанатиков забыл. А мы не фанатики, мы веруем в истину, хотя я уже сам, честно говоря, запутался. Пусть это, парень, ты и сам не веришь в то, что говоришь, я у твоих предшественников уже не раз слышал подобные слова. Я привык людям в глаза смотреть, так вот, у всех это было до тебя, глаза были пустые, а твои горят. Не мое это дело, конечно, но подумай, зачем и для чего вы верите в этот камень? Да и камень непростой, в нем очень много загадочного и непонятного, но что ни говоря, только это всего лишь камень. Уважаемый, не советую тебе в моем присутствии произносить такие слова.
Ладно, парень, не буду тебя больше задерживать, просто почаще прислушайся к своему сердцу. Доверься ему, он даст тебе правильный совет, как доктор учил. Уважаемый, тебе есть что-нибудь на продажу? Уважаемый, ты случайно не ремонтируешь? О, классно. Отремонтируй броню. Слушай, по-моему, сейчас даже лучше, чем когда новая была. Продажу, ствол. Угу, отремонтируй. Так, на продажу. На продажу нет, но могу предложить обмен. Ты мне части монстров, только учти. Беру части оптом по 10 штук, а тебе за них аптеки и патроны дам. Хорошо. Найду, принесу, хорошо. Вот что, кое-что есть. 10 хвостов псевдособак, 10 псевдособаки. Получен предмет. Лимонка. Стоп, снорка. Получен аптечка. Нет, это зря делаю сейчас. Ему нет смысла, он слишком маленькие вещи дает, тем больше, что 8 стоп-снорк у меня по квесту, так что я не буду ему ничего отдавать пока что. Так, нам передали контейнер с лекарствами. Что ж, ребят, на этом я заканчиваю. Если вам понравилось, не забывайте ставить лайки, подписываться на канал. Всем пока-пока, ждите новых серий.